Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Лариса Долина в своем микроблоге показала свои безудержные танцы. Отметим, певице в сентябре исполнится 66 лет, но для своего возраста артистка прекрасно двигается. К слову, Долина за последнее время опубликовала уже несколько достаточно откровенных роликов. Далеко не все пользователи ее поддержали. Нашлись и те, кто посоветовал ей быть скромнее. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение. Thank you.